развитием цифровых технологий стрелочные мультиметры практически исчезли с прилавков магазинов, но у них есть свои неоспоримые преимущества. Прежде всего, это возможность проследить за кратковременными изменениями измеряемой величины, чего с помощью цифрового мультиметра сделать нельзя, так как ему нужно определенное время для преобразования аналогового сигнала в цифровой, с последующим выводом результатов измерения на дисплей, а это все время. Второе, это то, что при отсутствии элементов питания, или если они разрядились, аналоговый прибор может измерить ток и напряжение без них, чего цифровой мультиметр сделать не в состоянии. VC3021 – это стрелочный мультиметр, который может измерять постоянное и переменное напряжение до 1000 вольт, силу постоянного тока до 10 ампер. Сопротивление до 2 мегаом. Кроме этого, можно измерять коэффициент усиления транзистора по ходу, после утечки транзистора, проверять батарейки, прозванивать соединения на стрелочных и проводить относительные измерения в децибелах. Пределы измерения и единицы измерения выбираются вручную с помощью кругового многопоточного переключателя. При изменении сопротивления с помощью регулировки установка нуля можно точно выставить 0 перед началом измерения, то есть калибровать. Измеренные данные отображаются с помощью стрелочного индикатора, встроенного в зеркальной колонке.